Ребята, всем привет! Сегодня у нас с вами будет очень необычное видео, а все потому, что слайм буду делать не я, а помощник Яндекс Алиса. А еще у меня отличная новость для моих подписчиков из Тюмени. Ребята, я еду к вам! Это будет открытие первого магазина слаймов в Тюмени, World of Slime. Уже в конце этой недели мы с вами сможем увидеться, пообщаться, сфотографироваться, ну и конечно же я привезу с собой гору слаймов. Точную дату этого события я вам скажу в одних из следующих видео, поэтому следите, поставьте обязательно колокольчик и подпишитесь на мой канал. А мы с вами приступаем к изготовлению слайма. Кстати, ребят, а в этом видео будет пасхалка, и это будет вишенка. И пишите скорее тайм-коды в комментариях, если вы ее нашли. И в следующем видео я выберу победителей рандомным образом. Я уже скачала на свой телефон приложение Яндекс. Давайте в него зайдем. Сфотографируйте что-нибудь, а дальше я все сделаю сама. Например, я могу распознать объект. Подожди, или нам найти это не нужно. Давайте сначала с ней поздороваемся. Привет, Алиса. Я здесь. Отлично. Как твои дела? У меня все хорошо. Надеюсь, у вас тоже. Да, у меня тоже все хорошо. Давайте у нее спросим, знает ли она мой канал на YouTube. Алиса, ты знаешь канал Кристи Чарм на YouTube? Нет, не знаю. Расскажите. Вот это зря, Алиса. Очень жаль, что ты не знаешь про мой канал. Но давайте спросим, знает ли она, что такое слайм. Алиса, ты знаешь, что такое слайм? Слайм Лизун – игрушка, впервые выпущенная компанией Mattel в 1976 году, состоит из вязкого желеобразного материала, обладающего свойствами неньютоновской жидкости. Спасибо, конечно, за такое подробное описание слайма. Алиса, ты умеешь делать слайм? Вот что я могу. Давай делать слайм. С удовольствием. Это очень хорошо, что у нее есть желание делать слайм. И как мы будем это делать? Я кладу 3 ингредиента и называю циферки, например, 1, 2 и 3. А потом спрашиваю у нее, выбери число от 1 до 3. И в первом раунде у нас будет разный клей от Мкукса. Во-первых, вот такой блестящий синего цвета, он очень красивый. Я его больше всего хочу. Также будет белый клей и прозрачный. Первый, второй и третий. Давайте спросим у Алисы, готова ли она. Алиса, ты готова? Готова, капитан. Сейчас услышите. Отлично. Выбери число от 1 до 3. 2. Она выбрала число 2, и это обычный белый клей. Честно, его я хотела меньше всего. Ну что ж, убираем тогда 2 этих клея и заливаем белый клей в мисочку. А перемешивать я все ингредиенты буду в конце. Итак, отлично, белого клея мы в мисочку налили, он достаточно жидкий, и сейчас приступаем ко второму раунду. Второй раунд у нас достаточно необычный, у нас есть жидкое мыло, также шампунь и гель для душа. Необычный он, потому что я никогда, в принципе, такие ингредиенты в слайм не добавляю. 1, 2 и 3. Алиса, выбери число от 1 до 3. Пусть будет 1. Хорошо. Это... Чем еще вам помочь? Подожди пока что. Откладываем шампунь и и этот гель для душа и наливаем вот такое жидкое мыло. Кстати, оно прозрачное, и это очень классно, что оно не даст пока что никакой оттенок. Открываю поиск. Я добавлю его немного. А мы с вами приступаем уже к третьему раунду, и это, наверное, один из моих самых любимых, потому что здесь ароматизаторы. Первый ароматизатор – это малина, второй – это яблоко, и третий – это маршмеллоу.
Ну что, давайте спрашивать. Алиса, выбери число от 1 до 3. 3. Ура! Это... Все рады, все довольны. Да. И снова полное единомыслие. Вы приятный собеседник. Спасибо большое. Обращайтесь. Ну что ж, он выбрал, а точнее она, выбрала запах маршмеллоу. Это самый прикольный из всех этих запахов. Ну, хотя малина тоже классная, но маршмеллоу пахнет очень классно, поэтому добавляем его скорее. Аромат маршмеллоу раздается на всю комнату, и это очень классный запах. А четвертый раунд у нас еще необычнее. У нас есть волшебный кинетический песок от Мкуксы. Также сказочный воздушный пластилин, точнее шариковый пластилин, он очень красивого цвета. И также пенка для бритья. Я, наверное, из всего этого хочу вот это. То есть это будет 1, 2 и 3. Ну что, давайте спрашивать. Хоть бы Алиса выбрала число 2. Алиса, выбери число от 1 до 3. 6 и 9. Обалдеть. Я сама в шоке была. Наверное, Алиса уже устала выбирать, но мы спросим у нее еще раз. Алиса, выбери число от 1 до 3. Пусть будет 3. К сожалению, Алиса выбрала пенку для бритья. И это очень жаль, но добавляем. Эх, Алиса, сейчас обижусь. Думаю, столько достаточно. Давайте сейчас перемешаем это. То не очень. Эх, на этот раунд я надеялась больше всего, но, к сожалению, Алиса выбрала пену для бритья. То самое, что я больше всего не хотела. Какой это там уже по счету раунд, я не помню. И тут у нас очень красивый раунд, потому что это посыпка. Во-первых, вот такая посыпка в виде цветочков, сакуры, скорее всего. Это будет первый вариант. Далее, вот такие сердечки, очень милые, второй вариант. И третий вариант, просто кондитерская посыпка. Честно, тут мне пока что без разницы, что выберет Алиса, поэтому спрашиваем. Выбери число от 1 до 3. 1, так уж и быть. Спасибо за одолжение, Алиса. Она выбрала цветочки сакуры. Но, честно говоря, любая посыпка, мне кажется, выглядела бы лучше в прозрачном слайме. Приступаем к следующему раунду. А третий раунд – это у нас красители. Пусть первым вариантом ответа будет голубой Америкалор, вторым вариантом ответа будет розовый Америкалор и третьим – фиолетовый. Мне кажется, что тут она точно должна выбрать второй вариант. Пожалуйста, Алиса, хоть в этот раз не подведи меня. Выбери число от 1 до 3. Оригинальный 1. Ну, блин. Обидно, Алиса сегодня какая-то несобранная. Выбрала синий цвет. Что-то... Вас что-то не устраивает? Да, меня не устраивает то, что ты мне выбираешь. Извините, я больше так не буду. Надеюсь на это. Будем вместе надеяться. А мы тем временем добавляем голубой краситель, столько достаточно. Сейчас найдем. Да что ты там искать собралась? Что-то Алиса мне сегодня не очень варианты выбирает. Она еще не выбрала ни одного варианта, который я бы действительно хотела. А у нас остается последний раунд. И вроде бы это 7-й. Лина Soft Clay. Бонусный клей, если она его выберет, причем Elmer's. И также вода. Просто вода 50 мл. Надеюсь, что это точно будет не вода. Первый, второй и третий. Пожалуйста, Алиса, выбери второй вариант. Выбери число от 1 до 3. 11. Ай. Что ой то? Алиса, сосредоточься. Давайте без оскорблений. Напишите в комментариях, где я ее оскорбила. Алиса, выбери число от 1 до 3. После первого. Ей, это число 2! Ой. Да какой ой? Это число 2. Спасибо, хоть здесь ты не ошиблась. Это единственный раунд, где она выбрала хоть что-то нормальное.
Добавляем Elmer's. Мы выберем с вами активатор. Либо это будет разведенный с водой активатор, либо же просто чистый тетраборат натрия. 1 и 2. Спрашиваем у Алисы. Алиса, выбери число от 1 до 2. Число 2. Окей, Алиса выбрала чистый тетраборат. Добавляем его. Я решила, что для начала мы с вами перемешаем просто всю массу, а потом уже будем загущать. Посмотрите, какой красивый голубой цвет. Отлично, а сейчас загущаем. Слайм потихоньку начинает сворачиваться. Комментаторы, ликуйте! На этот раз Кристи Чарм не перезагустила слайм. Кстати, а неплохой слайм, да? Он классно тянется. Очень красивого цвета получился. Правда, сюда бы посыпку другую. Хрустит. И, конечно же, кликает. Кстати, на ощупь получился очень прикольный. Может быть, стоит отблагодарить Алису за такой классный слайм? Алиса, спасибо тебе большое за такой классный слайм, который ты сегодня сделала нам в челлендже. Безумно рада, что понравилось. Спасибо за участие в видео. Пожалуйста, обращайтесь. Ну что ж, пишите в комментариях, хотите ли вы еще подобных челленджей с Алисой или же с Google Ассистентом. Слушайте, ну это шикарный слайм, потому что до этого я никогда не смешивала клей от M. Cooks и Elmer's. И получилось достаточно неплохо, как по мне. Приятный очень на ощупь. Главное, вы заметили, я добавила очень мало красителя, а получился такой насыщенный цвет. Конечно, я бы тут поменяла посыпку, добавила бы не цветочки, а либо сердечки, либо кондитерскую. Ну, Алиса решила создать свой дизайнерский слайм. А в прошлом видео пасхалку яблочек нашли очень многие, и сейчас я выбрала рандомным способом победителей и назову вам их имена. Передаю привет Татьяне Сычевой, Веронике Шоу, Камилле Бугровой, Слайм ТВ и также Алине Артемьевой. Ну и если вы также хотите получить от меня привет, то скорее пишите в комментариях тайм-коды. Ну а на этом мы с вами заканчиваем. Я очень надеюсь, что вам так же, как и мне, понравился этот челлендж. И я, честно говоря, сама хочу продолжение. Поэтому давайте тоже набирать лайки, лайкать это видео. Мне будет очень приятно, и тогда точно будет продолжение. Не забывайте подписываться на мой канал, также Instagram и лайк. И ссылки на мои соцсети всегда есть в описании. Я вас всех очень сильно люблю, целую, обожаю, обнимаю. А с некоторыми из вас мы уже совсем скоро встретимся в Тюмени. И всем пока-пока или до встречи!